Задача у нас с тобой простая. Есть бабки. 800 штук зелеными. Их Фима Силин, ваш пахан бывший, в пойло вложил. А вернуть должен был сегодня. И не просто вернуть, а с наваром. Усекаешь? Медленно киваешь. Мне не нравится. На 66-м году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, мастер озвучивания и дубляжа Михаил Бескоровайный. Он был найден мертвым в своей московской квартире. По факту смерти актера полиция проводит проверку. Он окончил высшее театральное училище имени Щепкина. Был актером творческого объединения «Дуэт», работал в МХТ имени Чехова. Много работал на озвучке, его голос можно было услышать в русском дубляже «Матрицы», «Хоббита», фильмов «Отступники», «Бэтмен», «Начало», «Гарри Поттер» и «Дары смерти», «Безумный Макс», «Джон Уик» и другие. Снимался в кино. Исполнил роли в картинах «Возвращение», «Броненосца», «Под полярной звездой», «Частный детектив», «Моя прекрасная няня», «День радио», «Погоня за тенью», «Метод Лавровой», «Анна детектив» и других.